Полное описание и точный дата выхода шестой серии нового сериала «Миссия Аметист». Шестая серия сериала выйдет на Первом канале 5 июля. В новой серии мы увидим, как Морев продолжает искать фараона и того, кто подставил Кураеву. В то время, как Лучано занят поисками предателя семьи, Лаура пытается узнать, что за документы тот передал Алессандро. Морев идет по следу фараона, скрывая его покушение на высокопоставленного китайского дипломата. Однако наемнику вновь удается уйти от спецслужб. Кольцо подозрений вокруг рук Лауры сжимается. И дабы выиграть время, она подставляет родного сына Дона Матео, Серджио, провоцируя тем самым настоящую трагедию в семье. Лаура получает задание как можно скорее войти в контакт с военным прокурором Италии и передать ему всю информацию о Гладио. Напомним, шестая серия сериала выйдет на Первом канале 5 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.